Беззвучный воздухоочиститель с датчиком качества воздуха для помещений до 40 квадратных метров. В этом обзоре расскажем про воздухоочиститель фирмы Балю, модель AP120. В комплектации прилагаются три фильтра – HEPA, угольный и предварительные очистки, а также пользовательская документация. Этот вертикальный воздухоочиститель для напольной установки. Его габариты 17 см в ширину, 58 в высоту и 26 в глубину, а вес 4,5 кг. Аппарат рассчитан на помещение до 40 квадратных метров. Уровень шума не превышает 21 дБ. При мощности в 50 Вт его производительность составляет 320 кубометров воздуха в час. Сверху на корпусе мы видим круглый дисплей, который служит панелью управления. Она сенсорная, с кнопками для включения ионизатора, УФ-лампы, настройкой таймера и защитой от детей. Также на дисплее отображаются индикаторы работы и время. Рядом с панелью находится световой индикатор чистоты воздуха. Синий цвет означает, что воздух отличного качества. Зеленый цвет – воздух удовлетворительного качества. А красный цвет – воздух плохого качества. Сзади корпуса съемная панель с контроллером работы. Внутри комплект фильтров, предварительной очистки, карбоновый и HEPA-13. Карбоновый задерживает крупные частицы пыли, волосы, шерсть и перхоть домашних животных, а также устраняет из воздуха неприятные запахи. HEPA-13 – фильтр тонкой очистки, который устраняет до 99% мелкодисперсных взвешенных элементов – грибов, плесени, аллергенов, пылевых клещей. Кроме того, тут есть ультрафиолетовая лампа для борьбы с бактериями. Теперь о режимах. Есть автоматический режим, ручной с самостоятельной настройкой скоростей и ночной режим. В ночном режиме скорость вентилятора устанавливается на малую и выключаются индикаторы. При необходимости можно установить таймер на отключение на 1, 2, 3, 4 и 12 часов. Что в итоге? Этот воздухоочиститель подойдет для размещения дома или в небольшом офисе. Он устраняет загрязнения, поглощает неприятные запахи и обеззараживает воздух. У прибора простое управление, есть датчик качества воздуха, таймер на отключение и защита от разблокировки дисплея детьми.